Ребята, всем привет! Это я, Фредди. И сегодня мы с вами продолжим искать всех Соников. Кто не поставил лайк, я приду за вами. Поэтому я даю вам всего 3 секунды. 1, 2, 3. Кто успел, молодец, а кто нет, я приду за вами. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда переходи на starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Ну и не забывайте, что на StarPets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у StarPets будут закреплены в комментарии. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем искать различные морфы Соников. Я, кстати, ребят, достаточно много их нашел, 44 из 75, и даже вне видео бегал и, ребят, собирал. Мне, кстати, этот Халк понравился, смотрите, он такой здоровый, большой, смотрите, видите, да, от всех отличается, и поэтому сегодня мы с вами продолжим. Давайте, наверное, кого-нибудь поменьше возьмем, какого-нибудь, я не знаю, легендарного, например, вот, Спайдер-Соник. Да, и, например, джетпаком, конечно же, сейчас будем пользоваться для того, чтобы найти новые морфы. Вы, кстати, ребят, по традиции, если заметили какой-нибудь морф, да, а я не заметил, то обязательно пишите тайм-код, да, и я, конечно же, потом посмотрю и проверю, реально я пропустил или нет. Так, ну, здесь, как я вижу, смотрите, ничего у нас не добавили, кстати, нет, показалось. Ну, слушайте, тут прям вот этот плей сделан на внимательность, да, и прям надо... прям каждый уголочек проверять и смотреть. Вот здесь наверху я все смотрел. И даже вот эту кепочку я все подбирал вроде бы. Поэтому давайте так, оп. Я много раз, ребята, бегал в одном и том же месте. Это что такое? А, это я все подбирал, да. Ну, слушайте, здесь очень много нового появилось. Поэтому давайте сейчас будем все это, конечно, изучать. И я думал, это что-то новое. А оказалось, нет, ребята. Так, ладно. Давайте, может быть, где-нибудь вот здесь что-нибудь появилось. А, вот на эти кубиках паркурных, да, но пока что-то я тут ничего особого не вижу, к сожалению, да. Ну, вдруг что-нибудь сейчас с вами заметим. Мало ли, да? Ну-ка, давайте. О, а, это Санс. Мы Санс находили, поэтому, ну, давай вот сюда повыше. Так, ну, тут только один Санс, что ли, получается, ребят, смотрите, больше ничего нет. Ладно, полетели тогда куда-нибудь, я не знаю, ну вон туда сейчас слетаем, посмотрим, там может что-нибудь найдем, поищем. Вон, кстати, а, ну это там мы находили, вот это тоже вроде мы находили. Кстати, нет, подожди-ка, тут какая-то маска появилась, такого не было, или было? Да, это Анонимус, блин, а что ж мне так это кажется, как будто я уже, как будто это что-то новенькое, да? Ну ладно, смотрите, разработчики как-то запрятали так хитро все, а? И вот всех их найти очень сложно, но реально. Так, давайте вот так вот, вот так вот. Вы, кстати, ребят, если нашли всех, да, все морфы, то обязательно пишите в комментариях, за сколько вы справились. То есть я вот, например, уже давненько ищу, типа, не знаю, какое третье вроде бы видео по этой игре, и до сих пор не могу все найти морфы, потому что, ну, что-то уж прям жестко их запрятали. Вот это нуба находили. О, вон что-то новое, вижу, ребята, вот что-то новенькое. Ну-ка, это что? Это Чардер, Чарджет. Ну-ка, это кто? Это вот это, наверное, да? Нет, вот он. Ну, вот так вот он выглядит, ребята, окей. Ну, блестящий, слушайте, просто блестящий. О, вот это что такое? Вау, Флэш Соник. Ну, подожди-ка, это легендарка, наверное, нет? Так, нет, ребята, это не легендарка, но что-то я... А, вот он. Ну, выглядит он зачетно, слушайте. Такой, это прям скин. Мяу. Так, а ну это Хайгвайн, мы здесь его видели. Поэтому погнали повыше вот сюда. Вот здесь, может быть, что-нибудь добавить. Тут, кстати, можно еще что-нибудь на деревьях найти. Поэтому и деревья надо осматривать. Ну, и, конечно же, вот здесь сейчас тоже бегать можно. Где-нибудь в воде тоже, возможно, что-нибудь запрятали. Давайте вот сюда сейчас на самый верх попробуем залететь и посмотреть. Может быть, там что-нибудь запрятал разработчик, а? Ну-ка, нет, здесь нет. Поэтому полетели на самую высокую, да? Сейчас здесь посмотрим и... Не, тут ничего нет, к сожалению. О, ну вот здесь, кстати, вот на этом дереве я уже вроде подбирал, да? Ну-ка, да, это Халк как раз-таки... И давайте тогда приступим к поискам других Соников. Тут, ну, кроме Халка, ничего нет.
Больше ничего не вижу, поэтому погнали повыше. Вот здесь, кстати, ничего вроде бы не было. И поэтому, может быть, здесь что-нибудь спрятали. Давайте-ка вот сюда попробуем залететь. И посмотрим. Ну-ка. Нет, ребят, смотрите, нигде в лепесточках ничего не спрятано. Интересно, слушайте, запрятали разработчики, а? Давайте теперь вот тут по вот этой лесенке. Ну-ка, так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай вот сюда. И здесь сейчас попробуем пробежать. Может быть, все-таки здесь что-нибудь новенькое добавили. Но самая бескиновая территория была вроде бы в другом месте. И поэтому сейчас попробуем все это дело оббежать. Сначала здесь, тут ничего нету. Так, может быть, вот здесь вот где-нибудь, а? Слушайте, может быть. Давайте, космонавт какой-то. Так, подожди, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, как мне туда залезть-то? Тихо-тихо-тихо, давай лети. Так, вот, и это реально Space Sonic. 47, кстати, 47 мы с вами нашли. Так, и давайте-ка мы сейчас с вами его найдем. Где он, Соник-то? А, вот он, это, кстати, комонка. Это комонка, ребят. Оп, и все. Вот такой вот, смотрите, космический Соник. Ну, ладно. Let's go дальше. О, вон, вижу что-то. Это что такое интересное? Что-то интересное. О, да ладно. Это Iron Sonic, ребят. Ничего себе. Это, наверное, легендарка, да? Нет, это, скорее всего, какая-нибудь рарка. Так, давайте-ка. Где он? Не вижу. Где он? Подожди, может быть, реально это легендарка какая-то? Просто я его упустил. Так, Iron, где ты? Во, нет, это флэш, это все у нас было. Подожди, что я... вот он, это рарка, ребят. Ну, прикольно, кстати, выглядит. Плюс еще, смотрите, я с джетпаком и реально как будто Iron Sonic, да, смотрите. Мурр, я мстительный Sonic. Так, let's go дальше, посмотрим. Тут, кстати... Тут ничего нет, да? Да, смотрите, хотя тут вроде как должно быть что-нибудь, да? Так это, типа лесенка такая, но неужели ничего не запрятали туда? Так, теперь сюда. Тут ничего нет. Погнали теперь вон туда, ребят. Здесь мы вроде все с вами проверяли. Ну, не все, но много уже территорий посмотрели. Погнали. Вот здесь вот в начале теперь надо так как-нибудь пролететь, посмотреть. Все так. Ой, я перевернулся и прыгнул. Подожди, стой. Все, вот так аккуратненько. Так, ну это мы с вами, конечно, подбирали все. Все вот здесь самое ближайшее мы, конечно, с вами смотрели уже. И проверяли не один раз, наверное. Давайте вот сюда сейчас попробуем. Ну-ка. Может быть, здесь что-нибудь? Так, ну на этих нет, ребят. На этих не вижу ничего. Поэтому давайте вот сюда попробуем. Может быть. Может быть, все-таки здесь что-нибудь добавили. Потому что вот именно на этом островке, да? Ничего вообще не было, ребят. Но я ничего не находил. Кстати, вон как какие-то паки еще появились. Ну-ка, давайте посмотрим, что за паки. Ну-ка. Я, кстати, только сейчас понял. О, пак 1, пак 2. А, нет, это все один пак, ребят. Ничего себе. Dark Original Huggy Sonic. Прикол. Это Huggy Sonic. Кстати, вот здесь я находил. Нет, не находил. Это Rainbow Sonic. Ничего себе. Вот это прикольно. Запрятали... Так, ну, Рейнбоу, наверное, скорее всего, какой-нибудь не легендарный, я думаю, да? Хотя, кто его знает? Как он выглядел-то, я уже забыл. Только что его... А, вот это мифик! Ничего себе, ребят, смотрите, это реально мифик. Это как в Murder Mystery. Есть же нож, ребят, у нас меняет хрома. А это у нас такой Соник скин. Ничего себе, прикольно. Смотрите, разноцветный Соник. Обалдеть. Ну, вот это интересненько, да. Такой, знаете, самый редкий получается скин, да? Так, а тут у нас, скорее всего, тоже ничего нет. Ни на дереве, ни где-то еще. Поэтому полетели мы вот сюда. Может быть, что-нибудь тут найдем? Не-а. Вот здесь, кстати, тоже ничего не было. И, скорее всего, так и ничего не добавили. Потому что сюда нереально, наверное, добраться без джетпака. Поэтому, ну, вот так как-то. Давайте, кстати, посмотрим. У нас 49 из 75. Типа, очень много еще осталось, ребята. Вот этого мы подбирали же, да? Да, мы здесь... это сам первый скин, который мы сегодня с вами подобрали. Ну-ка. Да, ребят, он у нас подобран, поэтому давайте попробуем пробежаться вот понизу. Я понизу давно не бегал, и, может быть, тут что-нибудь интересное добавили. Ну-ка, может быть, где-нибудь наверху вот здесь. Ну, тут, кстати, нет ничего. Давайте вот эти вот теперь посмотрим. Бетонные штуки. Тут мы с вами ничего... О, нашел. Это Evil Marker Sonic.
Это тоже, наверное, легендарка какая-нибудь? Нет, смотрите-ка. Это не легендарка, это у нас рарка. Так, давайте мы заморфимся. Что это у него? А, это маркер, типа, ничего себе. Соник маркер, офигеть. Такс, хорошо. Я понял. Соник маркер, окей. Такс, давайте смотреть. Во, вот здесь, наверное, тоже что-нибудь есть, ну-ка. Так, да, это Попкэт, Соник, подожди-ка. А, ну это самый, наверное, да, самый первый. Я его, ребят, никак не мог найти, но в итоге нашел. Я думал, где он? Вот, кстати, Water Sonic, сразу же мы с вами нашли, да? Так, подожди, Water Sonic, где ты? Мы же в воде сейчас бегаем, да, и как раз вот он. А, нет, это Frozen, а вот, нет, это Silver, подожди, а где Water-то? Water, похоже, пореже, вот он, да, ребят, нифига себе, Common Cow. Во, да, я теперь водный Соник. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Может быть, тут что-нибудь тоже запрятали? О, это кто? Это Стив Соник? Подожди, а что у меня не прогрузился? Вот это что ли, Стив Соник? Ну-ка. О-хо-хо-хо-хо! Майнкрафт, ясно, ребят, я понял. Ничего себе, вот это прикольно. Соник, Стив. Ну, интересно. Давайте посмотрим, что мы еще с вами здесь встретим. Так, может быть, вот здесь? Не, тут у нас, к сожалению, ничего нет, да? Погнали тогда. Так, ну, вот сюда, что ли? Так, ну, тут, смотрите, на бетонках ничего нет вроде, да? Ну-ка, на деревце, может быть? Нет, ребят, на деревце тут тоже ничего нет, поэтому давайте-ка попробуем вот сюда пройти. Может быть, вот это, кстати, красный я вроде подбирал. Да, это Red. Red, красный у нас Соник. Ну-ка, может быть, где-нибудь тут? Вот, кстати, в водопаде вот в этом. О, Тор Соник, чего? Серьезно? В водопаде, смотрите, еще добавили одного, да? Так, это давайте сразу с легендарок. Это не легендарка, видимо. Так, а как она? Локи Фан Соник. А, Локи Фана мы с вами находили. Так, а где Тор? Вот он, Тор, ребят, это рарка. Смотрите, Тор Соник. Ха-ха-ха, прикол. Ладно. Давайте смотреть, что будет дальше. Ну, достаточно много мы с вами нашли. Так, это баг. Это баг Соник. Ну, типа, окей. Мы с вами его находили. Так, тут у нас на дереве вроде ничего не было. Но мы вот так залетим и посмотрим. Так, тут у нас тоже ничего нет. Ну, вот эти штуки я осматривал. Тут ничего не было, да? Давайте посмотрим, кстати, вот здесь. Возможно, тут что-нибудь добавили. Потому что тут тоже ничего вообще не было. Так, ну-ка. Ну, издалека вроде кажется, что... О-о-о-о-о! Это у нас Электросоник. Вот это легендарка, да? Нет. Это у нас... Да, это легендарка, ребят. Электрический Соник. Вот еще одна легендарочка у нас, смотрите. На счету. Неплохо. Так, а тут что у нас? Давайте дальше посмотрим. О, ну это супергерой. Мы с вами его находили. Может быть, тут наверху, тут вряд ли что-то будет. Так, ну и в итоге у нас 55. Осталось 20, ребят. 20 Соников осталось найти. И, ну, большую часть, конечно, я нашел. Но еще так-то достаточно много осталось. И поэтому надо, наверное, где-то вот в воде еще искать. Ой, это космонавт, это мы его искали уже. Поэтому погнали дальше. Надо еще вот в этих водопадиках посмотреть. Потому что, смотрите-ка, вот двоих мы с вами находили уже в водопадиках. Вот, безголовый Соник. Ничего себе. Это безголовый Соник, это не легендарка, наверное, да? Какой-нибудь, так, где он? Безголовый, вот он, ребят. Это Команка обычная, смотрите, безголовый Соник, жесть. Так, и, возможно, еще где-нибудь в водопадиках есть. Ну-ка, так, тут нет. Ну, сейчас пробежим по всем водопадам. Это у нас Дэвил. Дэвил мы с вами, вот как раз-таки он сам первый был, мы с вами его находили, да? Так, подожди, нам надо вверх, вот, отлично. Вначале я думаю, что, скорее всего, здесь ничего не добавляли, потому что, ну, уж слишком просто было бы. Поэтому, я думаю, тут у нас ничего вначале не добавляли. Поэтому погнали дальше. Попробуем по водопадикам этим пробежаться, да, посмотреть. Ну, проверить надо все равно. Потому что мало ли вдруг кого-нибудь сейчас еще найдем. Нет, ребят, все-таки... Это что такое? Вот это что такое?
А, это просто мост. Я думал, что это тоже скин какой-то. Ну, слушайте, ребят, мы с вами сегодня достаточно много нашли. Остается 19 скинов. Если вам нравится эта игра, ребят, то обязательно пишите в комментариях. И я продолжу искать все оставшиеся скины, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.